Hey, yo, guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названию Mana Spark. В прошлой серии нам как бы не повезло в первый раз, да, типа нас враг заглючил, типа я его не смог никак убить. А во второй раз меня превратили в камень, потому что я, ну, не очень, так сказать, играл ровно. И меня грохнули с помощью лазера. В принципе, игра веселенькая, в принципе, ее можно проходить. Плюс она еще не полностью вышла. Она должна уже скоро выйти в Стиме. Понятное же дело, что я ее покупать не буду. Может быть. Если, конечно, со скидкой, то можно. А так нет. Так, кабунчики. Кабунчики у нас добрые. Давайте я зареролю, я думаю. Подожди, рестарт, да, на рестарт. Потому что нам нужно, чтобы с первого уровня выпал, ну, никак не рюкзак, а этот. Блядь. Сундук. Сундука можно что-то годное выбить. Буду надеяться, что выпадет капля. Если нет, то так уж и быть, нет. Сундук. А хер там, а не сундук. В первой части постоянно сундук был, и нам падала капля. Так, там сундук? Да, сундук. А, кабанчик, где ты теперь? О! Пипец, он дикий. Решил на меня налететь. Так, бесплатная еда, хорошо. А вот рычаг. Бесплатная еда, это хорошо. Бля, я так, знаете, веки не нашел насчет этой игры. Жесть, веки нету. Ребят, не обижайтесь, но нужно снова зареролить. Теперь мне не хватает монет. Почему тут только в одну сторону комнаты? Так, от волков, в принципе, легко избавляться. Тихо, монета. Ладно, ход с нуля. Проход мы открыли. Тихо. Дамаг. Дамаг — это хорошо, но у меня снова же одна монета. То есть халявный один предмет я не могу себе купить. Но я могу купить себе кусок мяса и пополнить за счет этого себе хпшку. Блин. Бабакс. И плюс я не могу себе сетку купить. Идемте посмотрим, что дальше. Если что, разрешение игры, у меня максималка стоит. О, тихо, я его не заметил. Попал? Попал. А, странно, а теперь он не мечом стреляет. Когда он мечом стрелял. Так, минус. Три монеты. Нет. Пипец, их много. Ой-ой-ой-ой. Четыре выстрела. У меня что, так мало урона? Эй, я тут. Смотри. Сейчас бы щит выстрелить. Два выстрела. Так, перекат. Убит. Он убит. Слишком большая что-то эта местность с ареной. И да, и даже если так подумать, много самих этих врагов. Переходим. Вот он, кажется, мечом стреляет. Так, один гоблин, один тролль. Побежал. Давай, давай, давай. Отлично. Дамаг я не чувствую. Либо их увеличили хп апдейтом. Как он меня заметил? Он меня еще не заметил. Отлично, две монеты. Минус, еще одна монета. Так, гоблин спрятался.
Ого, их тут еще. Ай-яй, зараза. Угу. То есть они тоже через такие объекты не могут стрелять. Да хорошо. Так, я не понимаю, во-первых, что вот это за насекомые новенькие какие-то у нас. Типа взрывчатки ли? Ого. Да. Они выпулят шипы какие-то. Но это мирные животные, я вижу. Потому что нам открылся проход. Блин, нужно его грохнуть. Так, хорошо. Не, дамаг все-таки есть. Блин, не ударил. Да, с двух убиваю, значит, дамаг есть. Скорость атаки тогда мне нужно побольше. Так, закрыто. Теперь мне фигарит хер знает куда. Вот почему она активирована как на буковку Е. Давайте сюда вниз пойдем. Это тоже, в принципе, как скелеты работают. Ничего сложного. Так, у нас деньги есть как раз на сетку. Ой, бля. Их мне не хватало убивать. Не, с двоими проблема есть. Черт, черт, черт. Ай-яй-яй, давай, давай, давай. Успел. Так, я успею перебежать. Один выстрел. Перескок. Выстрел. Я не понимаю, почему есть выстрелы, которые я могу... Ой-ой-ой, я его еще не убил. Выстрел, который я могу задоджить, а есть выстрел, который я задоджить даже не могу. Так, цветочек. И some armor. На самом деле, я не понимаю, что он дает. Извиняйте. Тут уж меня извиняйте. Так, первое, купим хп. Хотя нам денег на все должно хватить. За двойку. О, спит. Три еда. Гласное такое. Капкан можно купить. Попробовать. Так, double art damage. Ладно, возьму. А, отравление идет. Хорошо. Сейчас посмотрим, как это работает на врагах. Во-первых, как работает на защитниках. Что такое? А все, поехали. Ага, все, он умер. Меня решетка не трогает. Ваншот еще, хорошо. Ну как, не именно ваншот-ваншот. Но отравление идет типа периодическое. А не, ворота открылись все-таки. Готово. Я могу через... Да, скелетов я ваншотчу все-таки. Идет типа отравление им. И ваншот все равно. А не, через это я не херячу. Отравление идет. Два такие мини-удара и враг труп.
Так, что тут выпадает? Вилка. Удача и скорость стрельбы. Так, отлично. Довольно легко, но... А, монеты все выпали. Думаю, почему монеты мне не падают. Отравление хорошо идет, постоянно периодическое. То есть две стрелы мне хватит, чтобы он от отравы умер. Так, монетки, и там еще монетки. Так, проход. Мне нужно искать теперь рычаг. Минус. Так, хилку вижу. Я траву дал вторую. Да, достаточно, в принципе, двух стрел. Ай. Тихо. Все-таки я ошибся со стрельбой. Минус. Так, здесь я возьму курочку. Тогда пойдем дальше. Большой уровень, большой этаж. Тихо! Да уж. То, что этаж большой, даже можно не говорить. Так, я вижу, здесь еще есть проход. Скорее всего, там и будет наше место, куда нам нужно. Первое, куплю курицу. То, что нужно будет выжить на боссе, а следующий у нас, по сути, босс. Отлично. Еще где-то рычаг? Ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А, это лучники. Скелеты-лучники. Чего себе. И... Блин. Что это за невидимая стена? Что за невидимая стена? Я не хочу умирать. Всё, он труп. Как-то быстро. На самом деле как-то быстро. А, испугались. Мне нравится то, что здесь враги могут сами друг друга, короче, убивать. Это, я считаю, прикольные вещи. Так, хилка. Так, ладно, давайте я их грохну. Ой-ой-ой-ой. Чтобы не мешались по пути. Но этаж здоровенный. Несмотря на то, что тут сундуков почти что нету. Ему не хватило? Ладно. Но я слышал, ворота открылись.
Так, ловушку. Давай, давай, дуй ко мне. Дуй, дуй, дуй. Отлично, еще одна курица. Да, мы сэкономили на еде. Мы с вами сэкономили на еде. Мне интересно, как будет сдыхать главный босс. Так, нужно будет тогда что-то хорошее купить. А, не, он все равно глаза закрывает. За семерку. Отталкивание, дамакап. Сорок три монеты у нас еще. Целых 43 монеты. Надеюсь, на этот раз я не тупану. На этот раз я буду думать, что я не тупану. Так, ну, здесь я зато могу ловушку кидать. Слышь? Что-то он как-то... Тихо-тихо-тихо-тихо. Часто свои вот эти способности юзает. Тихо-тихо-тихо. Да ёлки, ёлки, пере... Врук, врук! Все, все, он мертв, он мертв. Наконец-то. Ты мертв. You dead. Мы тогда тоже с вами прошли его. И все, было конец игры. Да? Прикольно. Ну, что сказать. В принципе, что-то и добавили, что-то ухудшили. Ну, понятно, все же конец, типа, все еще на разработке, потом, скорее всего, выйдет полное, но не скоро. Что изменились? Добавили новые предметы. Ну, максимально, что я увидел, это был какой-то цветок, паук. Что еще добавили? Блин, я даже, честно, вот запоминал. Вот паука, что мне отобразилось, паук, цветок был. Я не помню, растение еще было. Ну ладно, и добавили, не суть, и добавили новых врагов. Каких-то типа колдунов, которые либо скелеты, они вокруг них скелеты, типа призывателя походу. Да, это походу призыватель, который относится к самому врагу, а полоска, которая относится от скелетов к этому призывателю, это чтобы мы видели, где он. Потом паучиха, которую я сразу убивал, не давал, ну, показывать свои способности. Были орки новые со щитами. Потом какие-то гусеницы, которые при попадании в них они взрываются шипами. Ну, в принципе, все. Ну и да, такое неважно, это следы, походу, по воде добавили. Типа, когда мы стреляем, да, типа вода растекается. И добавили такую херь, которая меня сейчас начинает бесить. Может, она и в. Ну, и в 15-й была, я не знаю. Это звуки волков, когда их попадаешь. Ну так, в принципе, игра улучшается потихоньку. Только еще фризы вот эти я замечаю. Ну это не суть, ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Всем пока.